Узоры с декерными пересадками всегда смотрятся и красиво, и эффектно, и украшают любое изделие из любой пряжи. Раппорт этого узора 16 петель. Для вязания нужны два деккера – одноигольный и трехигольный. Чтобы не путаться в петлях, лучше поставить метки на игольнице машины по краям и по центру раппортов. Выставляем в переднее положение центральные иглы раппорта и начинаем делать пересадки. Слева от центральной иглы снимаем 3 петли трехигольным деккером и четвертую петлю одноигольным деккером. Сдвигаем 3 петли на один шаг влево и на четвертую иглу сверху надеваем петлю, которая там и была. Справа от центральной иглы точно так же пересаживаем 3 петли на один шаг вправо и надеваем четвертую петлю сверху на четвертую иглу. Все иглы ряда ставите в рабочее положение. Провязываем 2 ряда. Так, каждый узорный ряд сдвигаем блок петель на один шаг вправо и влево, пока не дойдем до края раппорта. И сдвигая блок петель, надеваем третью петлю справа и слева на центральную иглу. Такую пересадку выполняем 4 раза и получаем вертикальные дорожки. Этот узор провязывается на одних и тех же иглах, поэтому, следуя поставленным в начале меткам, начинаем следующий раппорт с первого шага. От центральной иглы переносим в стороны блоки по 3 петли.